Но мне очень любопытно. Говори уже. Зачем мы сюда пришли? Хелен, умоляю, помоги мне. Я не помню, что произошло между нами в ту ночь. Мы спали? Асия услышала, как я рассказывал об этом Тахиру. Она ушла от меня. Поэтому мне нужно знать. Послушай, это очень важно, прошу тебя. Ты не помнишь? Ты не помнишь. А ведь это была прекрасная ночь. Хелен, не обижайся, но даже если что-то и было, то для меня это ничего не значило. Забудем о случившемся, ладно? Я тогда был пьян. Ладно, я знаю. И я знаю, что ты поэтому бегал от меня столько времени. Если хочешь, я поговорю с Асией. Скажу, что я помню, ничего не было. Скажу, что я уложила тебя на свою кровать. Я и это сделаю для тебя, если хочешь. Хелен, прости меня. Послушай, я никогда не хотел обижать и расстраивать тебя. Прошу прощения. Вот значит как, госпожа Асия. Будешь заставлять меня бегать за тобой? Что ты вообще понимаешь в любви и привязанности? Ты только это и умеешь. Ты все испортила. Ты погубила нас обоих. Ну что ж, ладно. Лишай меня себя. И я буду не я, если я не разорву эту любовь в клочья. И не выброшу собакам на съедение. Иду. Ильяс?